Сенатор Владимир Круглый провел плановый прием граждан. Они проводятся раз в 1,5–2 месяца. За этот срок представители власти пытаются решить проблемы, с которыми граждане приходят. К Владимиру Круглому чаще всего обращаются с вопросами, касающимися медицинской и социальной сфер. Часто для решения какого-то конкретного вопроса ребенка, каких-то граждан не нужны средства какие-то специальные. Нужно просто исполнять свои обязанности, исполнять законодательство. Люди в основном не требуют каких-то сверх каких-то средств, никаких как бы льгот и так далее. В основном люди требуют то, что им положено по закону.